Приветствую подписчиков и гостей канала Банковский. Сегодня мы разберемся, можно ли работать официально и одновременно быть самозанятым. Скажу больше, можно, и даже лица, которые находятся на государственной службе, тоже имеют право быть самозанятыми. То есть эта деятельность, она совместима даже с госслужбой, не говоря уже о, соответственно, обычном там, трудовом соглашении. В чем здесь особенность? Ну вот, кстати, когда придумывали, да, вот этот институт самозанятых, как раз и думали о том, что вот человек, например, работает где-то, у него есть квартира, он ее сдает в аренду, да, получает доход, но, естественно, не регистрируется в качестве ИП, потому что зачем ему это надо, он и так официально трудоустроен, да еще и не всегда есть возможность совместить эти два статуса. И как ему платить налог с этого небольшого дохода, если он, соответственно, сдает в аренду эту самую недвижимость? Вот как раз институт самозанятых на это и рассчитан. То есть вы работаете по трудовому договору, работодатель оплачивает за вас НДФЛ 13% с дохода от работы по трудовому договору, а вы, сдавая квартиру в наем и, соответственно, имея все договоры, зарегистрировавшись в качестве самозанятого, да, на сайте, сами оплачиваете уже налог. Налог там идет 4% с дохода, не обременительно. Плюс еще вот здесь на сайте можно увидеть, да, есть бонус. У меня уже остаток смешной, а было изначально 10 тысяч рублей. И у вас также будет. То есть вы, например, там имеете доход чистый, там 20 тысяч рублей в месяц, да, сдачи квартиры в аренду. Соответственно, вы 4% заплатите с этих денег, так еще и вам бонус дадут. Соответственно, будет даже меньше 4%. Поэтому это достаточно выгодно в целом получается. И уже у государства к вам никаких претензий, что вы, соответственно, сдаете в аренду. Также можно еще осуществлять какие-то виды деятельности, которые совместимы с трудовой. Ну, например, там репетиторством вы занимаетесь, либо рукоделием каким-то вы занимаетесь и продукты этой деятельности продаете, например. Корзины вы плетете или там, не знаю, валенки валяете. Все что угодно, то, что делается собственным трудом, без привлечения рабочей силы, да, это все допустимо и этим можно заниматься. Если у вас вопросы по данной теме возникли, пожалуйста, задавайте их в комментариях, мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик и всего вам доброго.